На сцене зала органной камерной музыки органистка из Польши выступит в среду 30 июля. Ханна Дис – лауреат нескольких конкурсов органистов. В 2012 году она получила престижную стипендию Министерства науки Польши. Ее присуждают талантливым молодым музыкантам. Ханна много гастролирует, выступает на фестивалях в Германии, Финляндии, Франции, Испании, Чехии, Венгрии и других странах. В России у Ханны Дис дебют. Это прекрасная идея. Я впервые буду играть на таком фестивале с названием «Ladies First». То есть выступать в его рамках будут исключительно женщины. Это очень интересная задумка. И место для проведения фестиваля выбрано просто прекрасное. Что касается города, пока я еще его не видела. Но очень надеюсь посмотреть и, возможно, даже искупаюсь в море. В программе сольного концерта Ханны Дис произведения Иоганна Баха, Эммануила Баха, Феликса Мендельсона и польских композиторов Мечислава Сужинского и Марианны Савы. Вообще, в ближайшее время гостей зала органной и камерной музыки ждет много интересных концертов. В пятницу новую сольную программу предложит лауреат международных конкурсов пианист Денис Громов в программе «Рояль Бихштейн». В субботу мы традиционно ожидаем зрителей на открытом воздухе перед залом на площади музыки, где выступает оркестр «Русский сувенир». В воскресенье продолжение органного фестиваля молодая санкт-петербургская органистка Ирина Розанова.